цветут розы, гляньте, а пахнут. Яка краса. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна – це наша земля. Не, на камере все равно не такой цвет, как в жизни. Ой, акации себе пахнут. Все пахнет, все цветет, растет. Ой, пчелки гудят. Ой, ну розы, конечно, лучше пахнут. Это так прям ядрено. Ой, молоденькие веточки. Были такие маленькие, сейчас уже, ух, какие вытянулись. Красота какая. А шиповник, гляньте, как он веточку свою выкинул. Ой, какая прелесть. Не думала, что он так пахнет. Ух, какой жук. А это что, жук погрыз? Что такое? Это ты погрыз цветочки, а? Отвечай. Улетел. И это красотища. Тут целая аллея такой акации. Ух ты! Останній день весни, а пчолки гудят. Завтра лето, ура! Это другой сорт или это он так? Или он другой сорт? Так смотри, внизу у него такие листочки, а чуть выше вот такие. Красивый, конечно, но, наверное, это что-то у него не хватает ему каких-то минералов. Или белые вам снимала. Он уже все отцвелись. Дождь уже после дождя. Сейчас и прекрасный город, место одно отцветает, другие деревья зацветают. Вообще Украина наша красотка. Никому мы ее не отдадим. Засохли вообще вот эти деревья. Залить же надо водичкой. Дирекция парки, где вы? Привезите водички деревьям. Такие деревья красивые. Да, водичка уже зеленая. Только май месяц. Ничего себе. Вон же детвора купаются вовсю. Хоть и вода зеленая. Себе спасатели готовятся к сезону. Ну, маслиной мы называем, я думаю, это народное название. А пахнет, боже. Деревья стоят белые, как в снегу, акации. Пахнут красотень. Ой, кто это ползет?
Сколько их тут, смотрите. А это на дереве сидит. Нарвали немножко чистотела, посушим. Можно ванну принять, еще что-нибудь. О, как здесь прохладно, хорошо. Завтра 1 июня. День защиты детей, я переползаю. Так там он и плавает, в воде какая-то. Ли. Они что, плавают? Не знаю, что плавает, но переползает. Она утонула? А это переползает? Ух ты. Ну, давай, ползи. Может, ей помочь? Это глубоко весело. Помоги ей. Давай, так посади ее туда. Ну посади. Саша сейчас спасет улитку. Вот туда. Ну, Саша, ну я же. Вот она за деревом. Кинь ей тут, то я не увижу. Есть еще одна. Кинуть. Кинь. Ой, кто это ползет, гляньте, мама родная. Ой, какой он здоровый. Ой, он не прыгнет на меня. Мамочка! Ну выходи на солнышко, тебя плохо видно. А кто это? Это тот, что грызет дуб? Да. Мамочки, это что? Не знаю. Это дуба. Ну, с дуба, как его зовут? Древоточец. Я не знаю, как его зовут. Какие усища. По сравнению с зажигалкой. Голова уйти. Домой попу.
Вот это его работа, дырки. Я у нее тоже такая узкий. Дырки в дубе. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна.